Привет, меня зовут Алексей Варгасов, вы на моем канале Car Fusion 365. Я на замечательном, впечатляющем спортивном водоеме Каваши под Питером. Заскочил буквально на один день. Во-первых, тут у нас питерская флотовая элита рубится на турнире. Посмотреть, что как, может, в плане подготовки к следующему году. Плюс это попробовать половить на одиночные попапы. На них я ловлю крайне редко в обычных условиях. Ну вот флет может быть такая штука, когда действительно это будет вполне себе годная и интересная штука. Закормился около 10 утра, пока поводки связал, пока туда-сюда. Сейчас вот уже 2 часа, пока, а забросился где-то около 12, пока не поклевки. Вообще водоем стоит, молчит. У спортсменов, у наших, за, получается, 20 часов соревнований пока только одна рыба. В четвертом, я в 38-м. Первый раз в этой зоне. По корму, в принципе, практически то же самое в прошлый раз. Мятый сигнал вареный, пелец крилевый, сисимов шестерка. Все это жижа, какая-то крилевая, фанфишинг. Плюс 4 с помбо я бросил молотого ореха, но, честно говоря, совсем не уверен, что правильно сделал, потому что здесь довольно сильное, мощное течение, и куда он в результате уплыл, я думаю, что одному Богу известно. И, ну, в любом случае, пока тишина. 10 спомбов, пелец плюс бойлы, ну и в насадке это ход демон десятки, одиссей десятка, и еще не ставил, поставлю ананас фанфишинга. Поводочки обычные, дробинку я ставлю 2 сантиметра от крючка. Но, повторюсь, опыта у меня никакого, и не знаю, может быть, не лучшее время там для экспериментов, потому что уже довольно прохладно, и вода уже 15, и водоем стоит. Ну, посмотрим, у меня еще часов 6 есть. А начинается самый интересный сезон холодной воды. Thank you.
Ну, конечно, жутковатая рыбалка по результату. Вообще ожидалось абсолютно другого. Ну, вот такой вот путь старичка. Рыба взяла абсолютно замечательно прямо из-под помбы, причем не раскрывшегося. Решила докормиться тут, напоследок выкинуть остатки еды. Прямо с точки. Да, если кому вдруг интересно, быстро про каваши. 38 сектор, 80 кормил, ловил 80-86, причем и справа, и слева от пятна. Одной палкой прошелся где-то от 90, где-то до 50 метров к берегу. Перезаброс каждые 20-25 минут в целом двумя удилищами. Ну вот, в общем-то, и все. Так что всем пока. Смотрите путь старичка и отпускайте рыбу. Увидимся.